Коровы, светлячки, стоп-хам, вучки Кении. Как повлиял особый режим, введенный в республике из-за пандемии коронавируса, на статистику дорожно-транспортных происшествий? На площадке Общероссийского народного фронта прошли обсуждения мер и инициатив, которые должны способствовать повышению общей культуры водителей, снижению дорожного травматизма в регионе, а также профилактических мероприятий по упреждению ДТП с участием домашнего скота. Ахмат Халкечев подробнее. Первым участники круглого стола обсудили статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Как поведал представитель управления ГИБДД республиканского МВД Заур Кошев, на сегодняшний день в республике за текущий год зафиксировано 33 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, двое из которых, к сожалению, погибли, а 35 получили травмы. В 19 ДТП из общего числа дети были пассажирами, безопасность которых взрослыми не была обеспечена должным образом. И только 10 детей были пешеходами. Единственный позитивный момент – это то, что и есть тенденция снижения аварийности и травматизма по сравнению с прошлым годом, резюмирует Заур Кошев. Перед началом нового учебного года была развернута широкая информационно-пропагандистская кампания со стороны ГИБДД по упреждению и снижению роста числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Но все усилия будут тщетными, если сами родители в полной мере не осознают необходимость соблюдения всех правил безопасности, сошлись во мнении все участники обсуждений. В этом году у нас 35, в прошлом году было 57 детей раненых. Все-таки коронавирус повлиял? Вы знаете, эта ситуация такая достаточно интересная. Вот с момента, когда ввели ограничения, очень резкий спад пошел именно по тяжести последствий ДТП. Но вот период, когда сняли ограничения, вот июль месяц, в июле месяце нам дали 19 трупов в ДТП за 1 июль. Но это не только детей, вы имеете? Вообще, да, в целом. Довольно интересный проект для борьбы с лихачами представил житель Малокачевского района Умар Баташев. Он вместе с единомышленниками с активной гражданской позицией организовал в районе общественное движение с рабочим названием «Стоп-хам». Главный призыв движения к общественности – не оставаться равнодушными в отношении тех, кто не хочет ездить по правилам. Автор проекта уверен, что если каждый сознательный водитель будет выказывать свою неприязнь нарушителю и делать замечания, то и лихачей на дорогах республики резко убавится. Мы проводим беседы профилактические с нарушителями, потому что они представляют потенциальную опасность для детей, для других водителей. Как проходит наша работа? Мы останавливаем. Как бы в нашем районе все друг друга знают, потом можем с ним поговорить. Этот нарушитель, он когда нарушает, он знает, что он не прав. И мы вежливо его просим, делаем наставление. И он извиняется, как бы еще им стыдно, тем, кто нарушает, они извиняются. Весьма оригинальное решение проблемы с беспризорным скотом представил Рамазан Хуйбиев. Группа волонтеров проекта с символичным названием «Светлячок» разработал специальные ошейники со световозвращающими элементами и колокольчиками, которые можно вешать на сельскохозяйственный скот. Апробацию проект пройдет в Карачаевском и Зеленчукском районах, так как именно в этих муниципалитетах проблема беспризорного скота крайне высока. Проект уже получил грантовую поддержку молодежного форума «Машук-2020», и с октября месяца должна начаться ее реализация. Проект вообще направлен на всю территорию Карачаевичек есть, а пока эффективность этого всего хотим показать в двух районах, там где Архызская трасса и Донбайская трасса, там где побольше туристический поток, больше автомобильное движение и, естественно, где фермеры, частные подсобные хозяйства больше. Ахмат Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.